уважаемые наульцы, все знаем ситуация какова. Средства массовой информации, телевидение, радио, наши газетные материалы говорят много и каждый день, каждый час о коронавирусе. Мы тоже озабочены этой проблемой, поэтому принимаем все меры для того, чтобы у нас была самоизоляция. К сожалению, или я не знаю даже, как сказать, да, наше производство, которое сельхозпредприятие, мы не можем самоизолироваться, да, мы должны обязательно, время попало на весенние полевые работы, поэтому крайне важно, мы, сохраняя, оберегая себя, оберегая наших близких, но продолжать трудовую вахту, вахту именно на полях наших. Поэтому я очень попросил бы наших сельчан быть предельно аккуратным, предельно таким самоизолирующим, но продолжать те весенние полевые работы, которые перед нами стоят. Но я думаю, что самое главное вот, не расширять круг нашего общения, не принимать ни гостей, ни новых каких-то общений, никаких новых встреч, а жить вот в своем кругу, в своей деревне, в своем предприятии, в своей отрасли и делать то, что мы ежегодно с вами выполняем на весенне-полевых работах. Что касается та акция, которая происходит по всей Башкирии, по всей России, и в Янауле это мероприятие очень активно идет, мы тоже постарались как-то оказать содействие, помощь нашим малоимущим населению, детям-сиротам, вот, для того, чтобы их поддержать в это тяжелое, трудное время для них, для всех нас. Поэтому давайте мы более активное население, именно работодатели, я предложил бы, чтобы мы максимально по мере возможности оказывали помощь нашим людям. Но работать, как всегда я люблю говорить, работать нужно всегда. Для нас никто не посеет, никто не будет заниматься весенними полевыми, как некоторые руководители говорят, а что будем осенью-то кушать? Поэтому при любой ситуации мы должны отсеяться, при любой ситуации проводить все мероприятия на полях, на животноводстве, переработка продукции животных. Мы это должны делать и будем делать. Поэтому я желаю всем нам крепкого здоровья. Самое главное, еще раз хочу предложить, чтобы мы соблюли все те карантинные мероприятия, которые есть. Ну, мы уже знаем с вами, и много врачей говорят, комментарии с утра до вечера. Да? Самое главное, вот этот круг общения, который есть, он должен быть максимально узким. И, естественно, обработка рук, значит, ходим все в масках, вот все эти вещи надо блюсти, и все будет нормально.